27 августа в Ульяновске прошел ночной велофестиваль «Сердце Симбирска» при поддержке фонда «Дари добро», в котором приняли участие более 200 велолюбителей всех возрастов. В преддверии велопробега жители города смогли насладиться замечательной культурной программой, включавшей в себя музыкальную часть и великолепное фаер-шоу. Велофестиваль преследовал две главные цели – популяризацию здорового образа жизни среди населения Ульяновска, а также сбор средств в поддержку детей-сирот. По словам министра спорта Ульяновской области Сергея Кузьмина, это первый вечерний велопробег в Ульяновске, давший возможность всем желающим прокатиться по ночному городу, наслаждаясь его красотой. Будут участвовать и взрослые, и дети. Вот. Поэтому я думаю, что будет интересно, потому что мы проводили заезды днем, утром, вот вечером не так часто. Я думаю, сегодня наш город вечером очень красивый, поэтому надо еще раз на него посмотреть. Видите, погода, слава богу, нам повезло. В таком замечательном событии, которое сопровождалось великолепной погодой, поучаствовал и в Рио губернатор Сергей Морозов, только что возвратившийся из поездки в Димитровград. Что такое? Я ехал сюда, в Ульяновск, и представлял о том, что будет большой экран, будет хороший фильм, потому что сегодня день кино. Но когда вышел, увидел огромное количество огня, огромное количество замечательных лиц, и вот эта великолепная песня, я думаю, что... Мы не закончим через час, как написано у наших коллег в расписании. Если вы не возражаете, поехали до утра, поездим. Сергей Морозов также отметил положительную динамику экономического развития Ульяновской области и подчеркнул важность спортивно-культурных мероприятий в регионе, а также настроение людей. Вот у нас сегодня с вами, вот реально, честно, поверьте мне, нет проблем с развитием экономики. Мы достаточно инвестиционно успешны, только за последнюю неделю подписали 4 крупных инвестиционных соглашения, а уже буквально через неделю начинаем целую серию открытия новых заводов. Порядка 9 заводов будем открывать. Главное для нас не экономика, главное для нас настроение. Настроение у людей, которые проживают в Ульяновской области, потому что нам очень важно, чтобы они по-настоящему гордились регионом, чтобы они считали себя жителями огромной родины талантов, какими мы на самом деле являемся. И вот на таких мероприятиях, когда вот мы все, независимо от возраста, независимо от своего положения, собираемся, и вот смотрите, какая красота, начинаем как в карнавале участвовать в этом спортивном мероприятии, посвященном здоровому образу жизни. Вот это самое главное. Я готов служить этому такому замечательному делу все свое время. Колонна велолюбителей начала свое движение с площади Ленина. Возглавлял его музыкальный автомобиль, в котором ехала группа музыкантов, подбадривая велосипедистов песнями. Все вместе с врио-губернатором Сергеем Морозовым двигались по перекрытым улицам центра города под всеобщее ликование прохожих. 8-километровый веломаршрут завершился там же, где и начинался, на площади Ленина. По окончании мероприятия настроение людей было приподнятым. Не каждый день можно проехать по вечерним улицам своего города с ветерком. Дарья Иванова, Юрий Конюхин, новости Ульяновской правды.